первый раз как она? Ну, такое. Надо стрелки на месте. Вода чистая, холодная и купель замечательная. По нашим русским, да, традициям обмазались лобик там, да? Да. И давление все пройдет. Здоровья вам! Здоровья вам! С крещением вас! Мы сейчас только что вручили воду крещенскую ветерану Великой Отечественной войны Игнатенку Павлу Викторовичу. Пожелали ему здоровья. Он немножко сегодня не совсем хорошо себя чувствовал. Я думаю, эта вода ему очень сегодня пригодится.